Намасте, друзья! Меня зовут Лина. Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня моей сведущей должна была быть моя кошка, но, к сожалению, в последний момент она передумала и ушла из кадра. Такие уж мои женщины непостоянные. И поговорить я хочу как раз на очень женскую тему, на тему женских дней. Как мы себя чувствуем в эти дни, как я себя чувствую в эти дни, как я провожу эти дни и вообще все мысли по этому поводу. Если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. Вообще, эта тема очень тонкая, очень интимная, и, безусловно, я не буду касаться каких-то очень глубоких физиологических проявлений этой темы. Я хочу поговорить с вами о ментальном состоянии нашем, о моем состоянии в эти дни. Лично для меня эти дни проходят очень сложно, я чувствую себя очень плохо, в первый день особенно. И все, что я могу делать в первый день своих женских дней, своих лунных дней, просто лежать, выпить таблетку обезболивающее, и я даже не могу кушать, то есть я целый день даже ничего не ем, просто потому что я чувствую постоянную тяжесть, и понятное дело, что, возможно, каким-то образом, да, можно повлиять на это относительно гормональной системы и так далее, но я практикую йогу, я практикую медитации, и я прекрасно чувствую себя изнутри, в том плане, что я понимаю себя, понимаю свои ресурсы и знаю, что мне нужно, но именно в эти дни я абсолютно ничего не могу с собой поделать, и мое состояние, оно просто непередаваемо. Меня лучше в эти дни не трогать. И если у вас такая же история, пожалуйста, поделитесь тоже своими ощущениями в комментариях. Это очень важно понять, что вы не одни, что действительно, когда я поднимала эту тему в своем Инстаграм, очень многие девочки мне тоже писали, что действительно переживают ужасные, тяжелые часы, там, может быть, даже дни. Особенно невероятно трудно, когда в этот день приходится выходить на работу и выполнять те же обязанности с той же силой, да, как и обычно, но ты не можешь даже сказать, ну, у нас еще не все могут таким образом, да, прям вот открыто сообщать о том, что сегодня вот я чувствую себя по-особенному. Вот если сейчас это смотрят мужчины, я хочу пояснить, что значит по-особенному. Представьте, что вы съели огромный, я не знаю, пирог, огромную пиццу, например, со всякими разными начинками, запили это молоком, чаем, кофе. Просто все несовместимые продукты у вас варятся внутри, и, ну, грубо говоря, вы просто чувствуете, что у вас, ну, несварение желудка, очень-очень сильная боль и тяжесть. Кроме того, вы можете испытывать, что, кстати, не так часто ощущается именно при каком-то пищевом отравлении, да, но именно в женские дни мы ощущаем слабость в руках. То есть это часто, да, анемия такая бывает у девушек, не хватает железа в нашей пище, в повседневной, да, чтобы восполнить запас железа. Ну, это нужно просто ходить и рвать яблоки с дерева, потому что... И просто есть эти яблоки, что я, кстати, очень рекомендую вам. Потреблять какие-то продукты или даже витамины с железом. И вот мы, кроме того, что, да, у нас боль, да, в эти дни, у нас также онемение конечностей бывает, головокружение тоже, безусловно, потому что на фоне, да, такой вот, возможно, кто не ест так же, как я, просто потому что не может, ощущения просто очень-очень некомфортные. И плюс к этому вы также абсолютно невнимательны, гормоны скачут, и невозможно ни на чем сосредоточиться, конечно, потому что это очень больно. Очень больно себя вот просто даже находиться в любом положении. Я даже лежать порой не могу найти для себя нормальное положение лежа. И я на самом деле требую, сейчас мы накануне, да, такой важной вехи, я совершенно не хочу касаться политики на своем канале, но я очень бы хотела, чтобы в нашем законодательстве было действительно включено правило, что в
первый, как минимум, хотя бы первый женский день женщина имела возможность отдохнуть, имела возможность взять отгул, отпуск, выходной просто на этом основании. Честно, уже второстепенно, оплачиваемый или неоплачиваемый, это естественно, но чтобы это было возможно, чтобы мы чувствовали эту возможность, чтобы мы чувствовали себя защищенными в этом плане. И я ни в коем случае не хочу делить нас на гендеры, то, что да, у нас женский пол слабый, как говорят, да, мужской сильный, но поймите, у нас просто есть такая особенность. Мы не можем по желанию, по щелчку от нее избавиться. Даже таблетки особенно не спасают. То есть это не как аллергия. Это невозможно даже ни с чем сравнить. Это просто бывает такая особенность у женщины, которая чувствует себя дискомфортно в эти дни. Поэтому напишите тоже в комментариях, согласны ли вы с тем, что действительно стоит делать отпуск, давать отпуск тем, кому это действительно необходимо в женские дни, вот хотя бы на один день. И вообще, вот как вы проводите эти дни, потому что я отменяю абсолютно все, отменяю все занятия, и, к счастью, мой род деятельности, так как я тренер по йоге, у меня персональные ученики в основном, я могу себе это позволить, плюс я веду календарь своих дней, и у меня достаточно все четко происходит, поэтому я могу заранее спланировать свои практики для того, чтобы разместить свое расписание таким образом, чтобы предупредить заранее, что я буду в какой-то день просто отдыхать. Это будет day off, это будет день абсолютного ничего не делания, я позволю себе съесть обязательно что-то сладенькое, это прям вот обязательно. Я позволяю себе просто отключиться от всего абсолютно, что может меня тревожить, и я просто позволяю себе отдыхать. Я абсолютно уверена, что мы это заслуживаем. И если вы чувствуете, что вы испытываете, да, вот такие вот боли, если вы не можете работать в эти дни, просто дайте себе возможность отдохнуть. Это очень плохо, если вы, переступая через себя, вот заставляете, да, себя выполнять все на том же уровне, делать вид, что все в порядке. Я понимаю, что во многих структурах это практически невозможно, и нужно быть всегда на высоте. То же самое спортсмены, да, конечно, тоже здесь очень все тонко. Но вы сами понимаете, что здоровье всегда на первом плане. И здоровье, я сейчас говорю, и не только физическое, но и ваше ментальное, потому что когда вы проходите через вот такие вот сложности, когда, ну, руки трясутся, да, а нужно что-то делать, это очень тяжело. Поэтому я очень рекомендую вам быть внимательными к себе. Посвятите ваш день, ваш особый женский день практикам, практикам йоги, медитации, побудьте с собой, занимайтесь домашними животными, почитайте какую-то приятную книжку, просто позалипайте на чем-то, порефлексируйте, порисуйте, что угодно, что вы в другие дни себе, возможно, не позволяли по каким-то причинам делать, но именно в этот день позвольте себе раскрыть свою женственность на полную. И что еще я хотела добавить относительно защиты в эти женские дни. Как я уже в одном из видео рассказывала, я пользуюсь менструальной чашей. Однако я хочу сразу сделать оговорочку, честную такую оговорочку о том, что данным прибором я не пользовалась и, в принципе, не планирую пользоваться, выходя из дома. То есть я использую ее только в домашних условиях, с дополнительной защитой в качестве эко-прокладки. Сшита и сделана из материала многоразовая прокладка. И я, к сожалению, не готова полностью отказаться от других средств защиты, которые защищают лучше, потому что менструальная чаша, я ей не на 100% доверяю все равно, и уж тем более в первый день, да, когда есть возможность просто побыть дома и просто проконтролировать все процессы. Но с другой стороны, менструальная чаша, она очень хороша тем, что она учит вас сейчас вот
тем, кому сложно говорить на тему крови, пожалуйста, перемотайте на конец этого видео. Я, кстати, порекомендую вам книги, которые вообще вот на эту тему очень хорошо говорят. Я напишу их в комментариях обязательно. Менструальная чаша помогает вам наладить контакт именно вот с тем, что то, что с вами происходит, это естественно. С тем, что кровь, это естественно. С тем, что вот то, что очищающие вас субстанции, энергии, да, которые вы отпускаете, это тоже естественно. Поэтому здесь брезгливости быть не может. Первое время мне тоже было дискомфортно немножко, да, потому что ты все это видишь, ты все это ощущаешь, ты понимаешь, сколько и в каких объемах из тебя выходит, но с другой стороны, с каждым разом ты все больше ощущаешь контакт с тем, что это твои клетки, что это твои частички, что это такой процесс, да, вот он абсолютно лунный такой, абсолютно естественный. И как в книгах, опять же, я читала именно по женским практикам, что даже рекомендуется, ну, я так не делала, собирать эту кровь и, может быть, даже относить куда-то под какое-то дерево, выливать, да, для того, чтобы почувствовать контакт с землей, да, вот заземлиться и стать именно вот абсолютной частью этого мира, не отделять себя на какое-то брезгливое, да, такое вот отношение к себе. Почему? Почему это должно быть брезгливым? Я абсолютно не согласна. Это все естественно. И если вы поймете, что все, что с вами происходит, это естественно, если вы поверите в то, что женщина — это все-таки организм, отличный от мужчины, то, что у нас есть свои особенности, свои луны, свои гормоны, то тогда вы будете даже еще больше ощущать себя девочкой, женщиной, мамой, и тогда у вас будет гармония внутри. И я очень-очень искренне от всей души каждой этой гармонии желаю. Вот ко мне пришла моя соведущая, но у нас уже конец съемки, и я вам от всей души желаю, чтобы вы всегда были искренни с собой, чтобы вы практиковали больше осознанность, чтобы вы чувствовали себя такой одухотворенной, живой, настоящей, чтобы вы не стеснялись своих проявлений, чтобы вы были всегда и в любой ситуации уверены в себе. И спасибо большое, что вы посмотрели это видео до конца. С вами была Лина. Подписывайтесь на мой канал. Я благодарю вас за поддержку от всей души, за ваши комментарии и лайки, за то, что вы делитесь моими видео, добавляете их в плейлисты. У меня очень много осознанных практик. Попробуйте их все. Я уверена, вы найдете что-то для себя. Спасибо большое и до следующей встречи. Намасте. Сняли? Ты очень вовремя, как всегда. Девочка. Ай-яй-яй.